Друзья, всем привет! С вами опять Юрий Сербин. И в сегодняшнем видео будем, друзья, производить вспашку по навозу. Разбросал я навоз, то, что вывозил. Вот. И будем пытаться как-то его запахать. Я не знаю, как он пойдет, конечно, этот трактор по навозу. По-любому будем пахать на двух мостах. Вот. Ну, навозу я бы не сказал, что так много. Вот. Давайте сейчас покажу. Вот так вот, друзья, получилось его разбросать. Разбрасывал вилами, так как никаких приспособлений нету. Да и не буду никакие разбрасывать или делать. У нас эта процедура происходит где-то, ну, раз в 5 лет, приблизительно, так сказать. На сегодня задача нам запахать этот навоз вот до сюда. Дальше там родителей пока что трогать не буду, потому что там и капуста, и рожь еще посеяна. Вот. Свою горчицу, друзья, я скосил, перебил леской, так как, ну, пострадала она после нашествия этих инопланетян. Хочу проверить, какой расход японского трактора Янмар при вспашке. То есть я сейчас измерю точно вот эту вот всю площадь, что буду пахать. Вот. Залью полностью полный бак под завязку. Потом вспашем и дольем, опять же таки, после вспашки до полного бака. Посмотрим, сколько он возьмет, как бы, соляры по времени астрономическом и по времени на моточасах. Все покажу, расскажу, я думаю, будет тоже интересно. Перед работой показываю вам счетчик моточасов. Когда покупал трактор, друзья, было 1125 моточасов. Вот уже столько я накатал. Покажу вам заливную пробку, горловину заливную. Вот такая здесь пробочка с резинкой. Вот. И там в баке стоит сетка мелкая. И что интересно, друзья, здесь вот сделана такая резинка вокруг горловины. Она плотная. Вот. Из резинки идет вот такой вот выход. Там трубка, задвигатель туда вниз. То есть, если вы разлили соляру там, вот, то у вас все, как бы, в соляре не будет, все стечет. Ну или же, когда дождь там идет, то есть вся вода не бежит туда в двигатель, вот, а она по шлангочке стекает туда на бок. Показываю полный бак. Ну, еще раз покажу вам счетчик. Выехал на подставке 16 сантиметров. Оба корпуса лежат на земле. Задний корпус тремя точками, пятка и два конца лемеха. Передний корпус, здесь пятки нету, и она не касается. Лемех немножко я поднял, чуть-чуть там на, ну, буквально там 5 миллиметров, потому что при вспашке задний корпус, получается, не так сильно берет. Всегда берет первый корпус больше почему-то у меня. И, друзья, задний корпус я немножко припустил там на сантиметр, может быть, 5 миллиметров, где-то так. Ну и так как у меня угол наклона плуга регулируется гидравликой, можно не вставая с места, нацепил такой вот уровень на плуг. На магните. И буду все это дело, друзья, уже в процессе спашки прямо с сидения регулировать. Сделал такие два углоснимы на навоз. Сделал на двух болтиках съемные, потому как очень, как бы, разные про них отзывы. Одним нравится, другим не нравится. Третий там их устанавливает вообще сверху, как бы, отвала. Ну, я хочу просто попробовать, друзья, как оно будет получаться с ними. Если не пойдет, то сниму. В общем, друзья, как будет получаться пахать по навозу японским трактором с украинским плугом, с моими доработками, смотрите дальше. Поехали.
Короче, друзья, получается, мы вспахали пол огорода, а потом аж настроили плуг более-менее, как ровно получается, вы видите. Вот. И сейчас я включил, получается, третий режим, первая передача, то есть в итоге седьмая. Ну и глубина, что там, 18, 18-19 где-то там, нормально. Значит, друзья, подведем итоги. Начинали мы отсюда. Плуг был не настроен в огороде, а настроен только во дворе. Я ее снимал перед этим, и настройки сбились. Вот так вот получалось. Потом подстраивал. Ну, видно, проходы здесь. Вот так вот крутил и глубину, и горизонталь, и захват. Ну, в общем, и до половины огорода получалось вот такая. Ну, проходы было видно, скажем так. А дальше, вот смотрите. Вот так вот получилось, то есть, ну, судите сами, качество вспашки украинским плугом с японским трактором. Еще раз напомню, плуг захват 2 по 25, глубина 18-19. И теперь, друзья, итоги по соляре. Значит, мы вспахали, получается, 8,8 сотки. Длина огорода 41, сейчас я точно вам скажу, или 42, я записал. Ага, 42 метра длина и 21 ширина. Получается 8,8 сотки. Пахали мы по астрономическим часам час 50, по часам ручным, вот. А по тахометру сейчас 1167,6, а было 66,5. Получается 1 час и десятка. 1,1 часа, моточаса получается. Вот. Ну и давайте дольем до полного бака. Значит, бутылка 2-литровая. Трактор
не глушился, как завел я его, не глушил. То есть час 50 он тарахтел или в нагрузку, или с холостыми. Это все вместе. А ну, Саня, ближе. В общем, друзья, 2 литры соляры на 1,1 моточас или 2 литры соляры на астрономический час 50. Трактор не глушился, работал в нагрузке, работал на холостых, то есть час 50 не глушился. И 2 литры соляры на площадь 8,8, ну считайте 9 соток, 2 литры на 9 соток, грубо говоря. В общем, вот такие результаты по расходу, по вспашке, в общем, по всему, друзья. Считайте сами, как это, много, немного. В принципе, друзья, на этом все. С вами был Юрий Сербин и мой надежный оператор-сосед Санька. Всем пока-пока, увидимся.